Петербургские системы управления будут конкурировать с зарубежными. Вопросы импортозамещения обсудили на улице Курчатова. Изготовленные на петербургском заводе контроллеры управляют энергосистемами уже по всей стране. Благодаря качеству продукции и поддержке городских властей, отечественные разработки постепенно вытесняют с рынка иностранных гигантов. Не боятся вопросов импортозамещения, двигаются вперед на опережение. Поэтому задача правительства города и работать с такими компаниями, оказывать им содействие. Наверное, еще рано говорить о протекционизме, но это, я считаю, здоровая политика нашего государства. Весь процесс производства автоматизированных систем управления журналистам показали во время пресс-тура. На предприятии их делают под ключ. Инженеры не только создают контроллеры, но и пишут для них программное обеспечение, после чего проводят заводские испытания. Это так называемый контроллер НПТ нашего собственного производства. Соответственно, мы тестируем, как взаимодействует наше оборудование с тем оборудованием, которое будет установлено на объекте. Среди компаний, которые уже перешли на отечественные системы управления, такие гиганты, как «Газпром», «Росатом» и «Россети». Задача ближайшего будущего – выход на зарубежный рынок. Уже заключен контракт на поставку оборудования для белорусской атомной станции. А через 3 недели завод открывает свой первый офис в столице Кении.